Сегодня в клубе топ-тренинг проходит чемпионат Украины по подъему на бицепс, становой тяге и многоповторному жиму. Для Харькова это большая честь принимать чемпионат такого уровня. Это первый чемпионат Украины по отдельным движениям пауэрлифтинга в нашем городе. На помосте можно наблюдать довольно интересную и напряженную борьбу во всех весовых возрастных категориях. Как всегда, большое количество рекордов, очень сильные спортсмены целыми командами приезжают со всех регионов нашей страны. Это не последний чемпионат по пауэрлифтингу в нашем городе в этом году. В декабре состоится чемпионат Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа в фитнес-клубе «Тетра». Приглашаем всех желающих принять участие, либо просто прийти посмотреть за напряженной и интересной борьбой. Наш клуб «Топ-тренинг» рад приветствовать участников соревнований по многоповторному жиму, подъему на бицепс, становой тяге. Данные соревнования позволяют воспитать спортсменов силу воли, поднять дух и, в принципе, зарядить наших занимающихся таким же энтузиазмом для занятий и для того, чтобы поставить себе более высокие планки для тренировок. Всех участников соревнований будем рады видеть в нашем зале в дальнейшем для личных тренировок. У нас очень комфортный зал. Принимаем участие уже не первый раз в соревнованиях. Соревнования проходят на высшем уровне. Все нравится, все классно. Огромное спасибо вице-президенту Федерации Тищенко Петру за проведение турнира. Хочу всем посоветовать заниматься спортом, принимать участие в вот таких вот соревнованиях. Подавать пример детям – это хорошая мотивация. Мы компания «Здравофарм», являемся постоянными спонсорами данных соревнований по пауэрлифтингу в Харькове и чемпионата Украины. Всегда рады поддерживать спортсменов не только в данном виде спорта, но и также другие виды спорта. Я заняла первое место в своей весовой категории до 60 килограмм, а также стала первой в категории 40-44. Установила рекорд Украины, новый рекорд Украины. Спасибо организаторам, очень хороший зал, очень хорошо принимали, все на высшем уровне. Есть к чему стремиться, хочу бить и дальше свои рекорды, то есть это уже не только мой клуб, это уже мой образ жизни. Также хочу выразить слова благодарности нашему тренеру Виктору Васильевичу Бабенко, который нас подготовил, привез сюда. Сегодня нас участвует 13 человек, самому младшему 10 лет, самому старшему 55 лет. Это Виктор Васильевич Бабенко, рекордсмен Украины, мира, заслуженный мастер спорта, тренер международной категории, который является почетным жителем Люботина, который очень много делает также для своего города.